Здравствуйте, меня зовут Мазурина Эвелина Павловна, мне 17 лет, и я учусь в Московской театральной школе Олега Табакова. Я занимаюсь амбидекстрией на протяжении 2 лет, и я правда понимаю, как поменялось мое мироощущение. Благодаря амбидекстрии я научилась правильно распределять свое время. А также научилась быстро запоминать стихотворения и отрывки из пьес с помощью кодирования. За эти 2 года я поняла, что амбидекстрия нужна актеру не менее, чем вокал или танец. Она развивает в нем универсальность, а главное, повышает внимание и даже позволяет концентрировать его на нескольких точках одновременно. Амбидекстрия позволяет актеру делать сразу несколько дел. Передвигаться, говорить, видеть партнера, а может быть сразу нескольких партнеров. Эта безумно важная дисциплина поможет для вас открыть нового себя, новые возможности своего тела и новые действия. Поэтому давайте вместе заниматься амбидекстрией. А с вами была Эвелина Мазурина, и до скорых встреч!